Как много можно сделать за час? Кто-то может за это время успеть сделать домашку, кто-то поспать, поесть. Но я решил за один час сделать игру. Всем желаю приятного аппетита и приятного просмотра. Перед созданием игры я решил установить таймер, чтобы было видно, как я все делаю за час. Сказать честно, у меня не было ни идеи, ни текстур. Я только знал, какой жанр игры я буду делать. Это, естественно, был кликер. И поэтому надо начинать. За это время я успел придумать концепцию игры. Объясняю. Вон, смотрите, комар. Видите? Нажав на него, вы получите монету. Бедный комар. Со временем комаров должно становиться все больше и больше, чтобы игра становилась интереснее и сложнее. А как она будет сложнее? А так, что комар сможет своровать ваши деньги. Ваши кровно заработанные деньги, лежащие в копилочке. Но, к сожалению, прогрессию комаров я убрал, так как не успел это сделать. Но если вы поставите 1 квадриллион лайков, я смогу это сделать запросто. Так что переходите вниз и ставьте лайки. За данные 10 минут я успел нарисовать некоторые спрайты. Это был комар, банка и монетка. Текстуру, естественно, рисовал на скорую руку, так как времени было не очень много. Следующие 43 минут я потратил на написание скриптов и тестирование игры. Постоянные тесты позволили мне создать работоспособную игру. Сейчас на своих экранах вы можете видеть таймлапс создания игры. Скрипт получился не очень качественным, но я хотел, чтобы он был хотя бы работоспособный. Оказывается, один час пролетает так быстро, когда делаешь игру за один час. А за такое маленькое количество времени я успел нарисовать лишь скучненькое окно. Я пытался сделать небо, но... Перестарался. А так, особо больше интересного ничего не было. Всего лишь поставил окна и поставил спавн. Итак, время вышло. Пробую объяснить, почему эта игра ужасна. Для кого-то это может показаться оправданием. Ну, смотрите, во-первых, как вы могли заметить, труп комара не удаляется. Это плохо скажется на производительности игры. Второе. Текстур в игре всего 4, и они не детализированы. Третье. Комары способны своровать деньги, только зайдя в банку или выйдя из нее. То есть, если комар будет долго находиться в банке, он украдет у вас всего лишь 2 монеты за вход и выход. По итогу я считаю, что игра получилась не очень. Но если вы поставите 1 квадриллион лайков, то я обновлю игру и выложу ее на разные платформы за 1 миллион рублей. Шутка. Но лайки все равно ставьте. Но, на самом деле, это был необычный опыт создания игры. Думаю, в будущем можно попробовать создать кликер в VR. А пока, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.